Масштабный фестиваль национальных культур «Река Фест» пройдет в Ангарске. Он состоится 14 и 15 сентября. Представители разных народов Иркутской области познакомят гостей мероприятия со своими традициями и обычаями. Накануне вопросы подготовки фестиваля и обеспечения безопасности во время его проведения обсудили на заседании оргкомитета. В совещании приняли участие представители администрации и ведомственные службы. Коллеги, мероприятие будет проходить в 2 дня. Основные события будут проходить, конечно, 14 сентября. Работать мы с вами будем на площади между судом и стадионом «Ангара» и спортивной школой «Ангара». Вот это вот огромное асфальтовое пространство будет заполнено большим количеством локаций. И по времени работы начинать мы будем в 12:00. Это уже открытие нашей программы будет. И завершать в 21:00. Гостей праздника также ждет и гастрономическая площадка. На ней представители 5 национальностей угостят жителей города своими уникальными блюдами. Завершится все голографическим световым шоу. И стоит отметить, что название фестиваля «Река Фест» имеет свою особенность. Оно расшифровывается как «Родина, единство, культура, Ангарск».